Нежелание расти духовно 23 августа многим знаком зодиака принесет разрушительные процессы личности. Овны, ваш новый день пройдет активно и интересно. Вас ожидают приключения, необычные ситуации и приятные изменения. Также звезды обещают романтическую встречу. Можно действовать рискованно, добиваться своих целей и отвечать на вызовы судьбы. Тельцы. Какое-то негативное событие 23 августа окажет на вас большое влияние. Это может быть разочарование в близком человеке или неудача в сложном деле. Главное – не впадать в уныние. Вам нужно больше общаться, тогда есть шанс встретить важного человека. Контролируйте свои эмоции. Близнецы. Готовьтесь к тому, что придется менять все планы и подстраиваться под изменившиеся обстоятельства. Возможно, звезды таким образом подсказывают вам правильное направление и оберегают от ошибок. Подходящий день, чтобы закончить старые дела и попытаться исправить свои просчеты. Раки. Хотя в некоторых ситуациях вы будете искать себе помощников, звезды советуют рассчитывать только на свои силы и работать самостоятельно. День благоприятен для активной работы и смелых решений. Вам надо быть аккуратнее с деньгами, не совершать крупных покупок и следить за кошельком. Львы. Быстрое принятие решений и использование нужной информации поможет вам выгодно воспользоваться открывшимися возможностями. Полезно находиться в центре событий, держать руку на пульсе происходящего. Отдайте приоритет практически финансовым выгодным делам. Девы, вас ждет удачный и благоприятный день. Вы можете сдвинуть с мертвой точки какое-то важное и сложное дело, найти новых союзников и заключить выгодные контракты. Не доверяйте словам, используйте только проверенную информацию. Позитивный настрой и уверенность в себе помогут вам добиться желаемого. Весы. Ваша работоспособность на высоком уровне, и вы можете быстро решать возникающие проблемы. Не обращайте внимания на досадные задержки или мелочи, иначе потеряете много времени и сил. Занятие домашними делами поможет расслабиться и поднимет вам настроение. Скорпионы. Чтобы правильно понять происходящее, вам придется прислушиваться к интонации собеседников, понимать намеки и подтекст разговора. Не перенапрягайтесь, старайтесь минимизировать эмоциональное напряжение, чтобы избежать стресса. Можно начать какое-то новое интересное дело. Стрельцы. У вас велика вероятность начать конфликт, который будет длиться долго. Надо контролировать свои слова, избегать критики или резких высказываний, как в личных, так и в рабочих отношениях. Удачный день для решения домашних или хозяйственных проблем. Козероги. Звезды предупреждают, что 23 августа вам придется участвовать в жарких спорах и доказывать свое мнение окружающим. Сохраняйте твердость, решительно отстаивайте свои убеждения. Есть вероятность, что кто-то захочет вам навредить или испортить ваши планы. Не позволяйте собой манипулировать. Водолеи. Освободите место в своей жизни, избавьтесь от того, что тянет вас назад и не дает развиваться. Ненужные связи, вредные привычки или зависимости нужно оставить в прошлом и перейти на новый уровень. Вы сразу почувствуете себя увереннее. Вас ждет успех в каком-то новом интересном деле. Рыбы. Вам 23 августа проблемы придется решать самостоятельно, без помощи окружающих. Используйте свой прошлый опыт, действуйте интуитивно. Звезды советуют проявлять настойчивость в личных отношениях. Позвоните первыми, делайте комплименты, оказывайте знаки внимания, и успех вам обеспечен. Всем знакам зодиака 23 августа можно запланировать крупный проект. Мозг работает очень хорошо и сконцентрирован. Звезды знают, что говорят.